что я слышу, что-то взрывается, вот успел как-то спрятаться, слава богу, ну что, обошлось. Пометал вот такой в клочья, как бумагу. Поотлетали потолки, все осколками их повырывало. Вот такой у нас русский мир нас посетил ночью. Я здесь живу, и все здесь живут, потому что, а куда ехать? Смысл куда-то нам ехать? Потому что сейчас нету безопасных зон в Украине. We are going to fight as long as it is needed for the victory. So we stay here.